Можно даже попробовать. Да вы, Ваденька, сладкоежка? Да. Не обязательно. Мы хотим просто попробовать. Продегустировать. Нравится? Не надо отрывать, Вика. В этом году все мероприятия, сами понимаете, год особый, они проходят по особому режиму и по особому сценарию. Торговля на улице разрешена, а проведение массовых мероприятий, способствующих скоплению людей, не разрешены. Поэтому у нас здесь торговые домики, в которых осуществляется торговля сувенирной продукцией. Также можно что-то купить, чтобы перекусить на свежем воздухе и просто прийти со своей семьей погулять и вдохновиться рождественской атмосферой. Из тех домиков, в которых продается продукция иностранных государств, только Чехия и Австрия. Ну, Австрия организатор, поэтому мы смогли это сделать. Пряники, конечно, это бренд Австрийской Республики. Пряники самые разные. Прежде всего, их использовали сначала в качестве елочной игрушки. То есть у немцев, у австрийцев, у них же есть адвент, время перед Рождеством, которое длится 24 дня. И все это время они дарят подарки. И то есть они приносят пряник в самом начале адвента и вешают его на елку. И ждут все это время, пряник висит на елке, его съедают только после Рождества. То есть он долго хранится, не засыхает и такой красивый, потому что это елочная игрушка. Традиционная выпечка – это штолен, пирог с марципаном, с цукатами. Это кекс, тоже с цукатами, с различными специями. Он очень пряный, очень вкусный. Самое главное, что они очень долго хранятся, вот, и поэтому их можно брать на подарки. И это все прямо австрийские традиции, да? Конечно, все это дарится в Австрии на их традиционных ярмарках, все то же самое, в принципе, вы увидите. Здравствуйте, чем нам наши чешские друзья порадуют? Чем порадуют? Чешским пивом, чешские вафлы. Вот, и глинтвейн, как всегда. Порадовать есть чем? А порадовать, конечно, посмотрите, какие хорошенькие у нас парочки есть, новогодние. Вот она у нас парочка какая. Кто это? Кто это? Бычок с коровкой. Год встречаем. Девчонки, чем радуем? Вафельками венскими. Венскими вафельками? А покажите, как пекутся. Прошу, заглядывайте. А есть какая-то история у этих вафелек? У нас есть секретный рецептик, но мы его вам не расскажем, он уже секретный. Ммм, какие ароматные. Да, с корицей. Возьмите тоже, попробуйте обязательно. Так, а вы знатоки этих вафелек? Мы знатоки, да? Мы всегда бываем на ярмарке. И на Рождественской, и на Венском фестивале, который проводит то же самое австрийское консульство. Поэтому вкус вафель мы знаем, мы всегда пробуем и вафли, и пельмени, которые здесь тоже вот там, в том домике. Всегда приходим, чтобы порадоваться, пообщаться, посмотреть на людей, себя показать. И вообще встречаем Рождество, как в Европе все готовятся, так и мы готовимся.